Городской территориальный центр социального обслуживания населения Ульба дарит надежду каждому, кто оказался в кризисной ситуации. Здесь получают помощь и поддержку люди с инвалидностью, дети с особенностями в развитии, находят приют, пострадавшие от бытового насилия. После полного преображения центр стал еще более уютным и комфортным, расширив свой спектр услуг. Олеся Самыкина вместе с 6-летним сынишкой уже 4 месяца посещает центр Ульба. По словам мамы, когда Артему установили инвалидность, она находилась в поисках специалистов, которые смогут помочь мальчику. Здесь они нашли и квалифицированных педагогов, и поддержку, которая так необходима в сложный период. И результаты не заставили себя ждать. Мы пришли сюда, не зная вообще о нем ничего. Нас хорошо встретили, показали центр. Мне очень понравилось, что здесь сделан очень хороший ремонт, что каждое утро нас встречают доброжелательные педагоги и воспитателя. Мне очень понравилось, что в каждом кабинете новая мебель, очень интересные пособия. То, что мой ребенок ходит сюда с удовольствием. Мне понравилось то, что навыки, которые уже приобретены у моего ребенка ранее, их дальше развивают. И самое важное, что получается, ребенку дают новые знания, умения и навыки. В центре ведутся занятия с ребятами от 3 до 18 лет с расстройством аутического спектра и ментальными нарушениями. Они получают возможность развиваться и познавать мир, занимаясь арт-терапией, посещая мастерские, обучаясь гончарному искусству, рисованию, приобретая полезные навыки. Здесь есть игровые и кабинеты для отдыха, сенсорная комната и соляная. Начали работу с детьми, у которых есть ментальные отклонения и аутизм. Оказываем социальную помощь 120 детям. Ученики разделены на возрастные группы. Обучаются дети с 3 до 18 лет в двух сменах. Занятия длятся 4 часа. Педагоги искренне привязаны к своим подопечным. За время занятий они успевают стать настоящей командой, ведь каждая победа над недугом достигается сообща. В такие моменты понимаю, что не зря пришел в свою профессию, делятся специалисты центра Ульба. Лейла Слямбекова, Шинарди Сингалиева, Мира Асхатова, Алтай Ахпарат.